Государство Латвия. Часть первая. Однажды мое пианино разболелось. На какую бы клавишу я ни нажимала, они звучали расстроенно. Я попросила вызвать пианиного доктора, настройщика, чтобы он мог вылечить мои инструменты. Придя ко мне, настройщик достал блестящий железный предмет, похожий на букву Ипсилон, как вилка, но с двумя очень длинными ножками, видишь? Вот с этими. «А что это такое?» – спросила я. «Это камертон», – ответил мне настройщик. «Музыкальный инструмент, который может играть только один звук». Я удивилась. «Но кому же нужен такой скучный инструмент?» «Поверь мне, даже один правильно заданный тон может изменить звучание не только целого рояля, но и даже оркестра», – улыбнулся доктор. «Ты погоди немного, я поработаю, и ты увидишь, как одна вибрация моего камертона изменит здоровье и настроение всех клавиш твоего фортепиано». И тут настройщик открыл мой инструмент. Я увидела много-много струн и молоточков. Он ударил вилкой, и что-то твердое, и ее длинные ножки завибрировали, подав ему какой-то тонкий и пронзительный.